Саламу алейкум, приветствую вас всех. Буквально пару дней назад Рамзан Ахматович в своем инстаграме и в телеграме выложил пост о той ситуации, которая произошла у меня. Рамзан Ахматович объяснил, что для нас, чеченцев, религия, обычаи, традиции всегда являлись и являются важными факторами, что мы всегда их придерживались и придерживаемся. Я с ним согласен, и все будет так, как он сказал. Ребят, я вижу вашу поддержку, теплые слова в директ, со мной все хорошо, все нормально. Большое спасибо, что переживаете. И с вашего позволения я обратился бы на своем родном чеченском языке своему народу. Кенти, ассаламу алейкум. Это мы сама готенч. Суарвя, чи, наука, эш, ешел, поддержка. Эш, охл, хазад, бешнаш. Сунч, ох, хазайшун, Аллах, рейс, сун, самотар. Эш, осл, поддержка, сун, ею. Сун, кет, бу, буй, шейн, кет, сан, халхетта. Дух, ног, чи, бу. Сун Аллах резхил, гей балабеш, структурш балабеш, спортсменш мосу, язвеши, хаздешнаш олши, просто сун гуштукаш, короче, сун дешек, да, Аллах резхил шун генти. Кей тему по интернету, опадима, еди я си тему по интернету, да, ойнаю, все, короче. Сун Аллах резхил, схиял умадат, ассаламу алейкум.